Добро пожаловать на канал Hardreset Info. Передо мной находится устройство Redmi Note 11. И сейчас я покажу вам, как на данном устройстве включить местоположение в камере. Для этого мы переходим в камеру и далее переходим в настройки камеры. И здесь у нас есть пунктик, который называется «Сохранять место съемки». Мы его включаем, и теперь, когда мы будем делать наши фото или видео, мы будем видеть информацию о том, где они были сделаны. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.